Литовская линейка Wolfus Engelmann вызывает у меня сплошное разочарование. А щедрые донатеры говорят, ну как бы, Паш, надо, сделай. Так что вашему вниманию Wolfus Engelmann Galaxy. Дизайн черный, как у негра в желудке. Ну а само пиво вообще-то светлое. Крепость 5 градусов, и это обычный светлый фильтрованный лагерь. Вы скорее разведете милфу-математичку на непристойные действия, будучи учеником 9 класса, чем почувствуете что-то особое в этом вкусе. Лучше ли оно пиваса за полтос? Конечно, лучше. Пьется чисто, не горчит абсолютно. Вкус приятный, освежающий и легкий. И оно кажется гуще, чем обычная газированная вода. Но стоит ли это 120 рублей? Я бы применил древнюю пословицу: верхи не хотят, низы не могут. Ибо если вы являетесь биргиком, то скорее всего вы купите себе крафтяк рублей за 200. С выдержкой, с какими-нибудь цитрусовыми нотками. А если вы не пьете ничего дороже Балтики тройки, то и Wolfus Engelmann вам нахуй не нужен.